хорошо. За вкусы, что у меня на канале уже 17 подписчиков. Как у такой пьяни, как ты, может быть 17 подписчиков? Это сейчас такой бог пошлет тебе 17 подписчиков. Это шоколадок, наверное, нам наелось. Или мыло. Зовочка, я забыла шоколадку и съела мыло. Господи, как тебя земля носит. Алдол носит меня на своих капотах. Слушай, Лера, что? Забываешь, что ты довольно милая пони? Да, очень даже ничего. Если подрезать его локоток, то будет даже ничего. Что подрезать? Что? О, господи, ты никогда не изменишься. Я запиваюсь мыло, я не могу говорить. Мое сухое, мое сухое. Бе-бе-бе-бе. О, май гад, спасите меня, боженька. Услышь меня. Забери меня отсюда. Запясь усталые игрушки. У меня 17 подписчиков. Забери, пожалуйста. Сатана, изгони этого демона. Усталые игрушки. Че? А, да, точно. На чем я остановилась? А, да, 17 подписчиков. Господи, она очнулась. Что? Где Ира? Что это было? Ира, ты где? Лер, Шо? Шо это было? Какого черта? Я протрезвела? Эй, Лир, ты где? Лира, не играй со мной в прятки. Короче, надоело со мной быть, она ушла, как все нормальные люди. О, господи, не люблю напиваться, когда у меня 17 подписчиков. Да, так встаем. Видео пора снимать, да. Видео. Да. Видео. Да, видео. Сатана, спасибо, что не забрал меня. Хотя надо было. Ну да, надо идти снимать видео. Ох, ёханый бабай! Соната, что с тобой случилось? Что? Я такая же, как и обычно, красивая, смертная, с крестиком даже. Ты какой-то карлик, который сдопился мыло и засунул в ухо шоколадку. Что? Лера, ты тоже напилась мыло? Я, кстати, не напивалась мыло. Слушай, а что это вдруг такая старая стала? Ах, да, точно, я забыла, ты же Лира. Лирам всегда надо быть в ухе с шоколадкой. Эй, а теперь все нормально? Ну, скажи честно, мне прошлый вариант понравился. Так, иди отсюда вообще. Я сейчас видео буду снимать, а ты тут мешать будешь. Вот не дай бог подписчики отпишутся от канала из-за тебя. Не дай бог, я тебе покажу, кузькину мать. Спахуха, золотуха, все будет нор. Я начинаю рифмовать на нервной почве. Мне страшно просто. Помоги мне. Так, ну ладно. Все, мне пора, не то меня сейчас задушат. Так, все, упаси себя, Селестия. Пока, моя дорогая. Я уже пошла, всем пока. Ой, стоп, как я могу в небе-то летать, если я без крыльев? Хотя я могу летать, конечно. Вот, мои крылья. Так, что мне дальше делать? Ах, да, поза. Нет, не такая поза. Такая поза. Так, ладно, я полетела, теперь это не страшно. Так, ладно. Угроза в виде Лиры устранена. Пора делать видео. Скучное, никому не нужное видео.
Да, кто знает, что такое видео? И это видео благодарность, одновременно новости. Короче, кому это надо? Неважно. Всем привет, с вами я, канал Ленуси. Кто-то помнит еще, кто я такая? Да, есть большие проблемы с паролем. Я не смогла долго заходить на это. Но теперь я вспомнила свой пароль, и все хорошо. Да, все хорошо. Я его записала. Ну что, вы не сможете, я вам не скажу. Мой пароль не смейте. Я вам ничего не скажу. Да. Короче, спасибо за 17 подписчиков. Я просто... Это моя, кстати, новая Оска. Да. И вы, наверное, спросите... Какого черта? Где прошлый Оска? Почему ты кинула Каплин и кинула Люси? Я тебя сейчас вообще, блин, сейчас уберу с лица земли. С лица... Ты убрала с лица земли, Лин. Ты убрала с лица земли. И Люси, ты вообще офигела? Я тебя сейчас... Лера, что ты здесь делаешь? Ты должна была улететь 3 часа назад, точнее 5 минут назад, как будто ты меня забоялась, потому что я реально могу тебя шею свернуть. Ой, точно. Ну, я побежала. Пока. Вот, пока, все. Да. Ну, ладно. Лера показала пример, что... что произошло с моими остальными Осками? Да, думаю, некоторым нравилась Лин, а некоторым, кто даже не видел мою новую Оску, кому-то, кто есть ВКонтакте и хотя бы заходит в мою группу официальную, которая, кстати, ссылка в описании, знает, что у меня была такая Оска, которая даже арт рисовала. Но, скажу честно, она мне не понравилась. Не понравилась. Да, если вы, блин, тоже вот как это Лин, или кто это, Элли, Лина, короче, неважно, кто это был, я уже забыла ее имя. Да, новости, это была половина новостей. Думаю, вы заметили, что Фредди часто выходит, но не выходят по нему летсплеи. Да, думаю, вы уже хотите увидеть, как я ору, как не знаю кто. И если вы хотите посмотреть, как я ору, как не знаю кто, чтобы я начала летсплей по 5, этот Фредди 1, 2, 3, в основном начну со второй части, пойду по третьей части и так далее. Да. Если Скотт будет выпускать нормальные, а не геймод версии. Да. Ждем новых частей от Скотта. Ох, Скотт, ты меня удивишь в 4-й части. Ой, знаю, удивил ты меня в 3-й. Да, удивил. Ну ладно, сейчас мне о Скотте и Фафинет Фредди. Ну вообще Фафинет Фредди, на кого это волнует? Да. Короче, сейчас подумаю. И если под этим видео будет хотя бы 17 лайков, ну сколько моих подписчиков, да, то я думаю начну летсплей по этой игре, да. И всем спасибо за просмотр, ставьте... Ах, да, точно, чуть не забыла. Будут выпускаться новые серии. Сериалы, точнее говоря, да. Да, и уже теперь я все сказала. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Да. С вами была я, Ленуси. И, конечно... ты что, опять за меня говорила? Я тебе шею сверну. Опять я говорила. Все зря. И с вами еще была Саната. Мне еще надо с этой девчонкой разобраться. Да, я тебе сейчас такое устрою. Она ушла? Фух, она ушла. Я надеюсь, она не вернется.